В Одинцовском округе прошла всероссийская акция «Добрая комната». В ней приняли участие председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова, руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Киреев, депутат Максим Ганин, исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Андреева, руководитель сторонников партии Надежда Дмитриева. Они поздравили детей социальной палаты и сотрудников Одинцовской детской больницы с наступающим Новым годом. «Добрая комната» – социальный проект, направленный на создание комфортных условий пребывания детей в медучреждениях Московской области.